Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Короче, пацаны, мы с тобой наконец-то уже докачались до 49 уровня, и сегодня, возможно, будут наконец-то новые персонажи. В предыдущей серии, блин, ну как сказать, она была прикольной, и мы там неплохо дрались, но там... Только один новый персонаж был. И то, это знаешь, как по рации. То есть мы часть разговора там... Пш-пш, Саван, Саван, за тобой идет охота. Пш-пш, я судья. Кто такой судья, блин? Еще новый один босс. Вот, ребят, короче... Вам приятного просмотра, приятного аппетита. Спасибо огромное за ваши лайкосы. Вы просто мега... Что вы вообще творите? Офигеть! И подписывайтесь сейчас прям... Пипец, прям пипец как. Так что я вас не разочарую, рейды будут, Shadow Fight 3 тоже будет, не переживай, бро. Вот, ну а мы с тобой, значит, отправляемся вот сюда. Я кое-что тебе покажу. Значит так, у меня появились когти-шокеры. И смотри, какая штука, отравление, шанс вызвать у противника. То есть практически то же самое, что мы с тобой на 48 уровне. 1755, тут даже меньше чуть-чуть, блин. Капец. Так, ну надеть. Конечно же надеть, друзья. И сейчас мы их проверим. Мне очень интересно, как они будут сейчас себя вести. У меня тут, видишь, энергия полная. Поэтому сегодня у нас будет здоровский выпуск. Вот. Мне, правда, еще сегодня дофига всяких видосиков записывать. Но, как говорится, кстати, ребята, что, сезон опять окончен, что ли? Что такое? Что он до конца сезона? Блин, так быстро заканчивается, что я вообще не успеваю. Самые сладкие, пацаны, на десерт. А сладкое у нас, конечно, Shadow Fight 2. Итак, инкубатор. Возможно, мы сегодня... Блин, что, дядь, походу мы сегодня... Да ладно, мы должны его пройти. Ну-ка вперед, блин. Итак, тут у нас гранат. Блин, гранат. Не особо что-то захотелось мне граната. Он такой кисленький, косточки постоянно. Вот было бы здорово, если бы арбузик купил там без косточек. Короче, давай проверять. Ох, блин, давай, давай, блин, махай уже, господи! Да, блин, да что вообще происходит? Да что такое, мои когти выпали? Ну как одновременно два-то выпали? Черт возьми! Да блин, кулаками, вот так и купил себе новое оружие, черт, ну что это за серия такая? Уже пошла, нет, дядь, придется мне тебя уделывать голыми руками. Ты, конечно, извини, но... Так, отлично. На. Давай, 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 просто офигеть, шпарь его. Давай, 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 дядька. Давай. Почти! Победа! Победа почти была! Это офигеть! Это кулаками! Ну все, сейчас я тебя когтями порву. Я тебя сейчас выцарплю! На, засранец! Ну что, хочешь ощутить немножечко боли? Да ты засранец, ну-ка! На! На! Ну когда же тебя немножечко током-то долбанет? На, на. Знаешь, что самое офигенное? Это использовать вот именно дальнее оружие. То есть такие сюрикены вот под конец, когда уже мало хп остается, лучше не подходить к противнику. Ну почему я вот сразу это не сделал? Так, пошли, пошли в разнос. Бжж. Прием дурацкий, а. На. Давай, давай, давай! Девушка-кошка, блин! Давай, вжик, 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 вжик! Да боже, засранец, а какой? Ох, отлично, отравление еще и пошло! У него отличная атака, это в принципе нормально! Фух! Пацаны, ну я, конечно, еще тот попуас. Отлично, мы с тобой выиграли. Пожалуйста, пусть дальше не будет... Уровень сложности пусть будет... Без... Нет, невозможно, блин. Нам надо, короче, ребята, сколько нам нужно денег? Ой, чтобы это все пофармить, вот...
в каждой серии вот это вот самое такое... Так, 803 тысячи... А, ну, в принципе, не-не-не-не, а чё я разозлился, ребята? В принципе, мы можем с тобой наработать. Тут... Идём сюда. Бронь уже есть, не ссы. Вот, помнишь, я предыдущую серию окончил на омуте? Ребята, извините, пожалуйста, что именно даже не добил бойца, сказал, все, пацаны, пока. Дело в том, что мне надо было вчера... Вот у меня проблема, пацаны, то, что я за... Ролики, очень много записываю роликов, и поэтому не успеваю вообще никогда. Чё за фигня? Я на невозможном и то уделывал больше людей. А тут, блин, какая-то уха. Сейчас, блин, сварю, а потом пожарю. Блин, не прикалывает, если честно. Не прикалывает, как будто электрошокер какой-то. Вот побольше бы он применял бы этот электрошок, а? Да боже мой, ну дай мне уже это замутить-то. Пока что мы только мух бедных током разрядом хреначим, если честно. Да боже, ну омут! Боже, засранец-то какой! Так, ну я уже понимаю то, что здесь нам не выжить, ребята, это понятное дело. Вот я фиг его знает! Ну, блин, вот я... О, спасло, чисто спасло, офигеть, везение. И вот теперь добивалочка, чисто добивалочка, вот это вот. Все, когда мало хп, мы можем так делать, ребята. Надеюсь, вы мне официально, официальному зелеву официально разрешают. Блин, зачем я как дурак три раза это сказал? Двух было достаточно. Нет, серьезно, я вообще вот этот электрошокером вообще не пользуюсь. Почему? Мы как будто мух отгоняем, типа, кыш, кыш, мухи отсюда. Но вообще-то в жару это капец как годно, и комаров. Когда вечерочек такой прохладненький, так это было бы годно. Такие перчаточки бы. Так, 20 минут, ребята, блин, 20 минут, офигеть. Давай мы с тобой пока посражаемся, а куда? Нам же сейчас, ребята, в инкубатор надо. Давай попробуем на невозможном. Или не надо? Не, я не буду, хотя... Ну, давай один разок. Если прям не сможем, то это... Да пас. О, блин, камушки какие. Сейчас бы, конечно же, вот, как говорится, лучшие друзья девушек. Бриллианты и всякие-всякие камушки. Вот-вот. Как завлечь женскую аудиторию в Shadow Fight? Просто назови противников. Там бриллиант... Топаз! Не, ну топаз-то это не очень, как бы. Так, давай. Но! Да блин, ну хоть один бы током рубанулся бы, а? Ну посмотри просто, что за фигня? Давай. Ух, брат, отлично. Ай! Тихо. Давай, брат! Вот это можно, ребят! Вот это можно, ладно? Давай током, охренеть! Давай! Ты, блин, ну что ты? Я испытал, вот я не знаю, я... Такой кайф сейчас испытал, чуваки, на невозможном вот так вот зафигачить врага. Это очень круто! Но вот это не очень круто. Так. Счет 1-1. Комары, отходите. Ой, все, механа. Да, когда он так делает, это пипец. Так, сейчас, чувачки, блин, надо мне сосредоточиться. Надо сосредоточиться. Мы, прикинь, первый раунд затащили на невозможном. Он сейчас будет это применять. Лучше не надо. Не хочется мне с ним связываться, но, блин. Спинку тебе... глаза выдрать! Ну, подходи же ты, а! Офигеть, просто чисто как было. Круто. Давай.
башке, дурак-то, зачем получил? Ну что, пацаны, все, все, мы с тобой получили маску со жвалами. Со жвалами, вот такая вот маска. Как будто, я не знаю, он может маской атаковать, по идее, так... Ша! Блин, это капец какой-то. Короче, у нас осталось 15 000, блин, 15 000 вот этих кредитов межгалактических. Ну, погнали, чувачки. Сейчас мы идем с тобой... В смысле? Это я купил шлем из безумно до сих пор? Да чё ты? Да ладно, блин. Я немножечко остыл, как вы видите, то есть восстановилась тут энергия, вот как-то так. Ну, уже безумно невозможно, это где-то такое. Надо бы шлем улучшить, ребята, шлем надо обязательно улучшать. Боже. Давай, дядь. Ну все, сейчас мы его будем рвать. Вот. Оп. Так, ну неплохо. Мы ему... Блин, как... Как он этим ударом просто, я не знаю, сносит? Конечно, напрягает мне. Но вот этот вот удар... Ну, блин, ну ты бы подошел чутка поближе. Как же замечательно было. Еще электрошоки. Замечательно, ребята. Ну, блин, неплохо идет. Раунд второй. То есть это за нами. Блин, мне бесит то, что он не подходит. Давай! Ух, отлично! Просто офигеть! Его станет это при том еще! Супер! Есть! Перфект! Да, отлично, пацаны! Все, окей, 225 000. Замечательно. А дальше уже невозможно. Я перехватил еще один! Нет, мне придется так и называть серию, только не это. Судья, Саван, Титан лично приказал мне взять тень живым. Ты обязан мне помогать. Прием! Я лучше знаю, какова его истинная воля. Тень умрет от моей руки. Ты меня не остановишь. Новые ужасные боссы угрожают... В смысле, что за реклама, блин? Новые ужасные боссы угрожают миру. Присоединяйся к ним. Донать! И вот это вот бы нормально было бы, да? Вот так звучало. Короче, нам немного... Теперь вам предстоит сражаться в узком месте, и острые шипы по сторонам будут терзать вашу плоть. Вау! Серьезно? Что это за испытание такое? Офигеть! Просто шипы, прикинь, дядя! Ай! Больно! Офигеть! А почему его шипы-то не ранят? То есть он спокойно пробежал там? Блин, капец. Ой-ой-ой, дядька. Да, это прикольное испытание, ребят, так сказать, челлендж. В узкой комнате. На! Все, я его уже уничтожил, хотя сам ничуть не сдох об эти шипы дурацкие. Офигеть. Ну давай, дядя. На, просто по башке. Блин, он ждал этого момента, а? Момент настал, прими гастал. Блин, дурацкая реклама врывается в мой мозг. Ай! Ой, как хорошо я вовремя! Так, нормик. Камон, отлично, дядь. Фух. Получили мы с тобой немножечко бабла. Отлично. А теперь уже нормально, кстати. Ну, мне кажется, надо еще раз ходить. Раскаленная земля. О, нет. Сколько там? 5? О, еще и эта гарпия. Боже мой, у ней такие же эти штуки, блин. И музыка. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Уиу-уиу. Ну чё? Уиу-уиу. 3-1. Блин, я простоял! В
смысле? Да, блин, конечно, я и лузер, потому что hot ground. Hot ground, baby. Короче, пофиг на эти... Так, нормально идем. Ох, замечательно, она мне помогает аж. 7-3. Как бы не проиграть. Фух, отлично, 7-5. Ну, такой близкий счет-то, в принципе. Сейчас мы с тобой... Что мы с тобой сейчас делаем? Мы сейчас, если что, будем улучшать. Но я думаю... Нифига себе, я придумал! Смотри тактику, блин! Бесконечную практически. Фух, 10-6. Вот это уже разрыв. Неплохой, неплохой. Отлично. Теперь мы на эти деньги быстренько идем и берем. Быстро, 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 братишка. Безумно. Так, инкубатор. Давай посмотрим. Нам срочно нужно улучшение. Так, 330 улучшаем. 200 улучшаем. И я думаю, на 135, ну блин, тут уже не хватит. Поэтому мы с тобой сейчас в каменный лес еще раз зайдем. Ударь врага, и раны его начнут кровоточить. Но если ты пострадаешь, а если пропустишь удар... то уже не он, а ты будешь стекать кровью. Нифига себе, там, блин, условия такие. Но и ты сам постараешься. Если пропустишь удар, то уже не он, а ты будешь истекать. Нифига, блин, условия боя какие-то. Ой, только не он. Омут на самом деле жесткий тип. Я предыдущую серию на нем-то как раз закончил. Вообще пофиг, вышел. Вообще пофиг, извините, ребята. Так, все, погнали. Ух ты, круто! Ой, дядька! Да, все, отлично. Не, это было легко. Мне это нравится. Мне нравится, когда пацаны легко, но когда хардкор, это пипец. Опа! Да нифига себе, ты чё, блин? Козел. Так, есть. Так, надо. Эх, ты. Да, блин, я сдох, потому что... Ай, блин, да, я сдыхаю, потому что мы наносим урон, и получается... На! Нифига, блин, мы нормально его так-то фигачим. Да, все, зафигачили, чувачки. И... Сейчас мы на эти денежки, 215 тысяч, неплохо, вообще что-нибудь мы можем сделать? Мы только, наверное, прокачаем когти. Да, мы на эти деньги сможем только вот в инкубатор. Уже безумно, ребята. Блин, это плохо то, что... Эх, вздыхаю так-то. Ну, погоди. 540 тысяч. Давай наверх. Короче, идем дальше, ребята. Пока у нас там когти делаются. Ну, на самом деле, надо было подождать, пока они там бы сделались, да, друзья, улучшились, но... Дядь, погнали. Изумруд, о, уже изумруд пошел. Дальше бриллианты, блин. Лишо там у нас, дядька. Ой. Ну что, нравится тебе, а? Нравится мне, когда ты получаешь по жопе, ублюдок ты вонючий. Не, ну в принципе мы можем эту штуку
расфигачить, но, блин, у меня аж подлагивает игра, прикинь. Ха-ха-ха, нифига себе! Ой, обрадовался так, как прикинь. Клёво, клёво, клёво мы его... Шикарно, шикарно рубанули! Что? Да ты офигел, что ли, блин, отшалевший? Блин, нас дерево спасло, и я все равно сдох. Так, ну вот эта бензопила, она жуткое дело. Такое, сейчас ни в коем случае нельзя нам сдаваться. Выцарапаю глаза. Блин, я же уже приготовился, я уже... Да на взлет иди, блин. Нафига он сколько, блин, отнимает и сколько я. Да блин, ну почему шокер не работает, когда надо? Но просто все, он сейчас уничтожен. Да, прикинь, он, смотри, стоит и все. Впервые у меня персонаж умирает стоя. Ну как умирает? Как бы мы победили и все, мы его не убиваем. Тут ни в коем случае никто не умирает. Тут вообще живы до последней стадии, блин, засранцы. А вот дальше невозможно, видишь, в чем проблема. И тут уже нам, конечно, есть вариант именно сходить сюда и пройти уже каменный. В этом бою нужно выбить оружие противника, чтобы его победить. Офигеть, это сложно. Офигеть, как? По-моему, один раз я только так делал. О, дядька. Это надо вообще, блин, я не знаю, жесткие удары проводить. А как его шокировать, блин? Это только если крутым оружием прям. Я, по-моему, кусы ригамы. Уже был подобный такой просто случай, я помню. Ну, то есть, видишь, я его хреначу. Пробуем всяко-разные движения. Вот это может сработать, кстати. Ну как это сделать? Офигеть! Не, когда-то я это делал, я помню, кусаригамой, но сейчас... Это просто невозможно! Да блин, зачем разработчики такое сделали? Офигеть, как это мне сейчас пройти? Пацаны, помогите, Серёг, помогите. Моргни два раза, если тебя держат заложники, их в заложниках игра. Блин, ну чё это такое-то, а? Ну всё, сейчас... А, ну ладно, хоть так. Ну, пожалуйста, ну давай, оружку выдвигай. Тайм-ап. Всё, он победил. А, да, он победил. Я такой думаю, ох, неужели я выиграл? Не. А, блин, только не это. Ну все, ребят, мы застопорились. Я, честно, не знаю, как это делать. То есть мы, наверное, пойдем на фабрику. Будем... Дуэль, кстати, можно пройти. Инкубатор пройдем. И только тогда, когда будет нормально, либо сложно, мы пройдем каменный лес. Офигеть, блин, вот это просто жопа. Ну и испытание. Ох, пацаны, повезло мне просто супер. А к чему я это? То, что серию придется заканчивать, потому что дальше мне пока нафармишь. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам все равно понравилась серия. Обязательно поставьте лайкочек. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.